Да-да, я же посмотрел, когда мы отплывали. Вот, перед нами вот этот остров, вон крепость. Так, все. А самая, которая была на карте. Во-во, реально огромная крепость. Погоди, а ты где? А, во, вижу, все. Опа! Ну-ка, на карте... А, ну я понял, походу, где это. Карта, по-моему, ничего не отобразилось. Не, на карте ничего не отобразилось. Я так понял, и не должно. Да, это просто как карта. В реальной жизни бы тоже ничего не поменялось. Ну да. Так. О, открылся. О, хорош. Слушай, мы сейчас все залутаем просто, и у нас апгрейднится. Спавнер тут есть. Мне кажется, миссия это главное, залутать все сундуки. Че, а кто тут? Не знаю, давай, пока они не пришли. Вот кто! Я обосрался, на, кослявы. О, полетел. Череп всем. Класс. Тогда, да. А вон еще ходят. Они ночью спавнятся, я так понимаю. Но мне кажется, спавнер какой-то был. Я вокруг острова на всякий случай прогуляюсь, потому что мне кажется, где-то тут реально заныкан. Ну, да, я с тобой. Я просто мобов убиваю, они вон некоторые с этими, с мечами, а некоторые-то и с луком. А лук это очень плохо. Да, вижу, вижу, да, 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 вижу, вижу, вижу. А, я хавать хочу! Сейчас, я вот похавал как раз поэтому. Тоже похаваем. Тебе помочь? Все нормально, 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 нормально. Крыса бежит за мной. Слушай, а крыса дубасит? Мне кажется, крыса ну, злая какая-то, смотри, она идет. Ну-ка. Крыса? Не, она не дубасит вроде. Ну можно все равно ее съесть. Ну захавай крысу. Нет, мне даже ничего не выпало. Блин, надо было оставить спокойно. Так. Ладно. Так, скелет еще один обдубашен. Mm-hmm. Так, здесь есть... Ну че, я, в принципе, бегу за тобой. Смотри, какая курица. Где? У нее что-то на... У нее глаза на жопе, мне кажется, что... Опа! Че? И она привела меня сюда, смотри! Нормально, поздравляю. Так. Нормально. Так, ну что, торговцы, видимо, нам... Смотри, смотри, как летят сверху чайки эти. Да, а, да, а что-то, да, смотри, что-то вверх маяк ударил. Может, нам туда нужно пойти? Погнали. Я, кстати, изначально это видел, но чуть не обращал такого внимания. Так, а ты что туда? Слушай, погнали туда. Смотри, рыбу еще можно удочку закинуть, попробовать, как это вообще работает. Ага. Они хоть будут подплывать, интересно, к крючку? Или... Как обычно. Ну, такие прям нет, но вот... Оп! Я выловил одну рыбу. Я тоже. Ну ладно, погнали, так. Здесь... Ага, ага. Да, здесь... А, я нашел клад. О, все. Давай. Найс. Найс. Так, смотри, нам... Давай сейчас... А, маяк у нас, короче, в доме. Нам нужно сейчас вот это все то, что мы нашли, затрейдить. И я так понял, нам нужно куда-то вообще далеко отплыть, чтобы найти, не знаю, какой-то остров, где будут всякие боссы, я так понимаю. Может быть. Ну-ка, что у нас в доме давай, тут? Пошли. Это наш дом. А, да, все, да. Здесь у нас стоит вот здесь острова. Смотри, на, я так понял, наш дом находится вот здесь. Ах, тут еще огромные острова. Да, рядом. Да, господи, вот смотри. Да. А, вот, еще не все. Вот наш дом. Вот по компасу мы также можем ориентироваться. У нас, видишь, компас есть, и он показывает, типа, норф это вверх всегда. То есть по компасу, угу. Вот. И нам нужно на вот этот остров с крепостью, я так понял, чтобы его там... Залутать, там какой-то босс будет? Ну давай посмотрим, можем туда погнать. Давай, погнали, погнали, давай тогда сейчас заторгуем, чтобы у нас было много золота и, не знаю, купим все... Я бы меч какой-нибудь улучшенный там взял, не знаю, с деревянным бегать как-то, идти на босса, наверное, да. Круто. Это тяжеловато будет. Так, короче, тогда где у нас торговцы? Хули вы не спите ночью? Торговцы, да качо им спать, я деньги зарабатываю. Так, ну чё, Джо, значит, дай-ка... А, нет, я там могу покупать. Ну, здесь всякие оружия, по-моему. Вот так, смотри-ка, да, я могу купить... Нет, не могу купить алмазный меч, это слишком дорого. Даже на... Блин, а ты продай, продай, ты же не продал этому. Биллу продай всякое дерьмо, он там всё, всё готов скупать. Слушай, а я тебе могу сказать, у меня уже... У меня 4 стака уже золотых этих. Ничего себе. У меня 18 штук пока что. Нормально. Сейчас, видимо, нельзя двум людям одновременно. Да, я поторговался. Так. Блин, я могу алмазный меч уже купить. Давай. Так, я пока что смотрю. Так, ну... Ничего себе. Все, у меня уже стак, в принципе. Так, ты, Джош, что мне? А ты хавать еду просто даешь. Нафиг не нужна Сара. О, у Сары можно купить броню. Ну давай. Так, ну еда ему не нужна. Так, кубок.
все кубки, я затрейдил. Понятно. Я слишком, я не знаю, я Гуччи шмотку какую-то купил. Она слишком дорогая. Давайте я остальное скину, может быть, тебе что-то пригодится, купи. Сейчас, я бы хотел алмазный меч взять. Так. Так, вот тебе монеты. Спасибо. Так, ну вот, у меня сейчас 2 стака, в принципе, было. Вот, теперь ровно 2 стака. И еще 0,5 стака. Спасибо. Так, ну все, можно затрейдиться теперь. Все, торгуй. Нам главное купить меч, а потом корабль. Блин, мы корабли может, там, не знаю. Может, меча хватит, в принципе, нет. Ну, я не знаю, я алмазный купил. Все деньги тратить на алмазный. Или броню-то лучше можешь еще купить какую-то. Или чё? Я вижу этого чурлу, с которым нам нужно побазарить. Так, ты пока базари, я смотрю, какие... Не-не-не, мы вместе с тобой пойдем к нему, потому что он, ну, прям у этого. Пойдем, вон, видишь, туда, вперед. А, ты сейчас... Сейчас, я меч возьму, все-таки, давай. Все, у меня есть алмазный меч. Давай. Вот здесь. Ты спереди. Спереди, видишь, да? Да. Пошли. Так, понял. А, все, не могу идти, надо пожрать. Здорово. Чё? И чё, нам туда пойти надо? Потому что нам не нужно ничего. Портал откроется что? Да. Зачем он сказал? Портал откроется, когда ты убьешь зверей. Понял, нужно отхерачить. Так, подожди. Вот у нас есть карта. Я так понял, этих зверей нужно по карте убить или что? Потому что, смотри, у него можно купить карту. Хотя не факт. Так, погоди, я что-то, да, тоже не особо... Смотри, найди сокровище... Оденься и убей зверя. Так. Оденься, может, в смысле броню надень, я не знаю. Ну, не знаю. Давай в любом случае поплыли тогда. Я забыл уже, что он говорил. Мы пойдем, короче, по карте, куда нам нужно плыть, на остров. Пойдем в замок, и, скорее всего, там будет какой-то один из зверей, которого нам нужно убить. И поплывем туда как раз-таки. Ну, если считаешь так, то погнали. Блин, надо было лодки, наверное, с собой забрать. Да. Помнишь, я вообще не помню, где мы припарковались. Черт, ты что делать? У тебя есть у тебя золото есть, ты можешь купить, если что, здесь у этого. А, так, а сколько стоит? 5 баксов. Давай, и мне, и тебе. А что, может, есть что получше? Нет, ну, в принципе, вполне хорошая лодка, я считаю, из дерева. Так, ну все, у меня есть лодка. Давай, кидай ко мне. А ты только одну купил? Да. А, ну там, она же дешевая. Не, мы же оба плывем. Все отлично. Все отлично, у меня даже еще остались монетки. Так, а вот проблема сейчас единственное то, что компас нам показывает немного не туда, куда нужно. Так, давай пойдем еще раз посмотрим на карту, чтобы мы примерно понимали, как нам нужно двигаться. Я помню, нам прямо на север это будет вот тот дом с крепостью. Так, смотри, значит, вот наш дом. И прям ровно, прямо туда плывем, да? Все, давай, поплыли тогда. Вперед, приключения! Так, смотри, я вижу справа остров, который у нас на карте был. Это, я так понимаю, это вот этот. Нам нужно просто объехать этот. Давайте... Еще есть кораблик. Дельфинчики! Давай его потом как-нибудь залутаем. Он, мне кажется, нам сейчас пока что не интересен. Ну да, что-то... О, я вижу какой-то остров. Да, это, видимо, который у нас на карте был. Нам нужно дальше плыть. Акулы рядом. Дельфины, давайте, ускоряйте. Полетели. Так. Что-то они не особо ускоряют. Не, нормально плывем. А мы не на север же плывем. Мы правильно плывем вот так прям. Если что, мы типа левее немного. А компас показывает неправильно, он показывает там, где мы были. Нам нужно от нашего дома ориентироваться. Я вижу, что он показывает неправильно. Да, я же посмотрел, когда мы отплывали. Вот, перед нами вот этот остров, вон крепость. Так, все. А самая, которая была на карте. Во, реально огромная крепость. Нам ее нужно штурмовать. Даже 2 получается. Ну, справа форпост, давай глянем на этот форпост. Затаем и пойдем потом на крепость. Так, нам тут уже я уже вижу, да. Костлявая уже пошла херня. А ну. Главное, будь сытый. Да, это самое главное, я понимаю. Тут. О, но. Здесь склад. О, что ты так херачишь сильно? Но! Хорошо. Так, нам нужно определенно сломать спавнер, который, я так понял, где-то там заныкан, да, вижу. Так, давай. Все, до свидания. А ну давайте, лутаем всех. Так, хавчик. Слушай, а ты сможешь наверх как-то забраться? Я думаю, здесь как-то... Тут лестница есть. Мы не ищем легких путей. Так, отлично, сокровище я забрал. Так, все, можем... Не могу залезть. Тут есть короткий... Смотри, опа, я тоже подумал, что, блин, еще бы чуть-чуть я бы разбился. Я тоже.
Давай, давай залутаем этот корабль, там как раз костлявый. А ну давай! Пошел. Херач, найс. Все, отлично. Все, что ли? Нету их особо больше. Ну, конечно, сокровище, давай. А, есть еще? Вы с ним разминулись просто, друг с другом прошли так спокойно. Хорошо, лутай сокровище. Походу, вот эти крестики на карте, это не вот эти сундуки, а что-то, типа, более серьезное. Не знаю. Смотри, мы как про... Давай пойдем вот так прямо. Обойдем их. Че нам бояться? Воу! Дельфины напугали, я думал, это акулы полетели на меня. Так. Сейчас спаунер сразу сломаем. Давай. Хорошо. Ну чё, костлявый, чё вы можете без оружия сделать, а? Вот так вот сразу разлетаются. Давай. Слушай, а чё? Они отнимают дофига прям. Вдвоём? Давай, хава. Там ещё спаунер, я пойду разберусь. У меня на максимум еда, я просто восстановить должен. Чё? Что-то я такой расслабился, думаю, да, типа они вообще урон не наносят. Да они костлявые, чё они, тем более, реально могут нанести, но что-то реально херачат нормально. Так, давай, пошли. Справа вот этот крепость, мы зайдем в неё? Не знаю. Ну да, мы же ради нее приехали. Ну, тут справа такая, знаешь, маленькая какая-то. Давай, заглядывай тогда. Тоже тут посмотрю. Пока что сундучки просто. Ну да, просто сундуки, уголь всякий вот это вот. Интересно, какой тут зверь вообще на именно вот здесь в крепости? Что? Нет, рычаг. Не знаю, сейчас узнаем. Так. Чё, а ничего не можешь сделать, лох? Понятно. Кушай, арбуз. Так, давай, я потихоньку захожу. Пушка работает? Да, пушка какая-то херня. Что даже было не... эпично, если бы нас еще из пушек бомбили. Да. Так, ну что, погнали в крепость. Давай. Спавнеров много, лучники всякие разные. Это такое, знаешь, пока лохи самые начальные пока. Мне кажется, там дальше пожестче будет. О, смотри, видишь? Нет. Посмотри, ты видишь вот это костлявое? Да, это... Да, странно. Там некромант какой-то, что ли? Подожди. Ну-ка, попугай. Ну давай! Чё? О, все, это мой попугай! Смотри. Да, я приручил попугая. Как настоящий пират. Класс. Теперь. Ну-ка. Во, смотри! Офигеть. Вообще найс. Так, что у нас здесь? А вот, я понял, чувак. О, я понял. Блин! Херан кастует. Меня убили. Чё он тебя убил? Да ну тебя. Тебя тоже убил? Он моего попугая херачил, сука! Что? Он... Чувак, я убегаю, подожди. Так. Что-то я понимаю, что мы реально не подготовились к нему. Ай-яй-яй, я тоже сейчас умру, походу. Да ты он за мной идет! Да твою... Да, я умер, все. Так. Черт, ну хорошо хоть вещи сохранить. Значит, знаешь, что я могу тебе сказать, Серега? Во-первых, нам нужно сейчас очень хорошо закупиться. Нам реально нужно очень хорошо, прям смачно закупиться. И пойти на него уже повторный раз, но уже... Нормальная броня, потому что эта броня что-то, мне кажется, слабовато для нас. В любом случае, я думаю... У меня нет брони вообще. Ну, вот сейчас мы закупимся. Мы то, что наторговали, находили, все продадим и получим золото. И купим себе нормальную броню. На этом, я думаю, что можно закругляться. Спасибо, ребята, огромное за просмотр этого ролика. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал Сереги Адамсона. Ссылочка будет в описании. Ставьте большой палец вверх под данным видео. С вами был Флэк GK. Серега Адамсон. Всем удачи, ребята. Да, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока.